Однажды, тихой ночью длинной, один рыбак увидел сон. Как будто берегом пустынным идет он рядом со Христом. На небе облачном, в тумане, среди бесчисленных огней, как кинопленка на экране, бегут картины жизни всей. Шли молча, тихо веял ветер, его рука в руке Христа. Потом случайно он заметил следов цепочку на песке. Их было две, без лишних правил тянулись рядом чередой. Одну сам человек оставил, другую же Иисус Святой. Картины живописью менялись на небосводе голубом, и после каждой оставались следы на берегу пустом. Не отводя от неба взгляда, старик с тоской заметил вдруг: цепочки две тянулись рядом, когда покой царил вокруг. Когда же картина зла стояла без видимых на то причин, одна цепочка исчезала, словно оставался он один. И на Христа, смотря тревожно, рыбак в унынии сказал: «Отец, когда мне было очень больно, когда тебя в мольбе я звал, когда сгущались жизни тучи, и не имел я ничего, ты Бог всесильный и могучий меня оставил одного. Я так тогда в тебе нуждался, душа рвалась в немой тоске, но вижу след, один остался, одна цепочка на песке. Увы, мечты мои сломались, земли и неба властелин. Там лишь мои следы остались. Я, значит, был тогда один». И голос вдруг раздался нежный: «Мое любимое дитя, люблю тебя я, как и прежде, любовью вечною храня. С тобою был всегда я рядом, когда в смятении не раз бежали горько слезы градом с твоих прекрасных добрых глаз. Своей любовью безусловной тебя от бед оберегал и утешал тебя безмолвно, когда от горя ты страдал. Да, лишь один там след остался, когда терпел ты боль и страх, и я уберечь тебя пытался, и я нес тебя тогда в своих руках».